Здравствуйте, дорогие мои! Смотрите, что я нашел. Это купидон известного итальянского живописца Аннибале Каррача. Болонский мастер в 16 веке внес большой вклад в развитие искусства. Прославился, но умер в нищете. Однако сегодня его работы, хранящиеся в музеях и частных коллекциях, представляют совсем другую ценность. Ожидаемая цена этого упитанного ангелочка – 30 000 евро. Не пропустите!